Всем приветик. Смотрите, какие пасхи Настя испекла вообще. Умничка. Ты там разрезы нам давали попробовать. И к нам приходили Лео и Вика. Аккуратненько покажу. Пасха именно влажная. Не Я не сухая, да? делала Я, кстати, сухую. еще не Это новый пробовала. рецепт. Ну, смотрите, вот по краям. Я еще не пробовала. Я плохо, да, размотала ее так. Я пробовала, мне очень она понравилась, это новый рецепт, но опять-таки, либо я тесто передержала, и оно, видимо, по времени немножко вниз пошло, видите? Ну, но в целом пасочки хорошие, вкусные сейчас получились. Сейчас собираемся к Марине, ей одну пасочку обязательно понесем, и я сейчас хочу очень попробовать тоже. Но Настя умничка, просто хозяюшка, класс. Ага, прям. Так прям можно новую футболку одевать, все мокрое. Жарко вообще. Да. Все, мы у Марины. Принесли пасочку. Марина, на, держите. Ну, у меня нет закипа, но... Это тоже кухня, соберите. Чуть-чуть не этот. Ничего нет. С ума сошли? Чуть-чуть тесто, может, не так зашло сильно, но все равно вкусно. Мы попробовали, я попробовала. Все супер. А, ты сухие, да, нашла? Нет, я мокрые нашла. Сухие не нашла, да? Нет, не нашла. Ну как, я просто не искала сегодня. Понятно. Боже, Настя, когда мы выздоровеем, блядь? Не знаю. Все время в нос говорим. Так, все, разжигаем мангал. Все, дымком лечусь. Марина дала Насте свою футболку, потому що Насте дуже-дуже спекотно. Да. Тому якось так. Зараз будемо розпалювати. І все. Погода отлична. Будемо включати к вам. Жарим-жарим ми этот. Углі жарим. Розжигаємо. А тут такі звуки, такі взриви і вообще. Вон даже Марина дергалась. Страшно було. Под лавочку зараз спрячу. Ну страшно. Три рази, да? Три. Зараз, може, засніму, буде ще звук. Цікаво, що це таке? А? Розлипався. Молодняк це був. Та нічого собі. Аж собаки начали гавкать везде. О, теперь можно каждый сходить на эту, на поле собирать эти сучки сухие, чтобы на разжиг были. Да. Так, распаковка. Такой столик поставили. Кусочек хлеба. Траву мы тут можем и убрать, так что не пишите сразу заранее. Марине было не до гриля здесь, поэтому как бы... Я туда год не ходила. Да. А, это же знаю, что будут писать. Пусть копится. Травку можно убрать запросто. И все. Кому не нравится, пусть приходят, уберут. Мы не возражаем. Мы не откажемся. Шашлычок. Паук, смотри. Как паук? Да ты шо, где? Да ладно, слушай. Иди сюда. Что страшно? Мясо. Сказала? Кого? Это мясо, мясо было. Это было мясо. Уголь уже готов. Правда, сильно идет жар. Я тут его разжигала как могла. Ну, мы все вместе, конечно. Баклажанчик еще будет тоже на мангальчике. Короче, погода радует, но наши носы нас точно не радуют. Вообще, я в шоке. Такого еще не было. Было, такого еще не было. Но я сейчас, конечно, испугалась этих звуков конкретно. Вообще громко очень было. Дуже-дуже. Настя уже нанизывает.
Видишь, хорошо, что крупными кусками резала, потому что жар очень сильный от углей. Очень хорошие угли. Качество. Такая тут конструкция, ребята, ну не знаю. Выполз паук с кирпича, у меня в стресс. Говорю, шашлык есть не буду. Марина говорит, что его уже давно нет. Еще червячок был, Марина его куда-то делала. Запах вообще, сок. Видно или нет, там сок? Вот капает. Да вообще, у меня стресс от паука, я как его увидела, он черный. Мне так плохо стало, ребята. Что, еще что-то есть? Что, да ползет? Нет. Я просто говорю, что будем крутить. Какая конструкция, надо водичкой полить, потому что огонек сейчас. Вот, уже чуть-чуть поджарили. Нормальное мясо, еще не пробовала, но пахнет хорошо. А там у нас звук. Шупцунфец. Да. Танцен. Видите, какая у нас скульптура? Где? Чисто пирамида. Что, могу выйти? У тебя свой фест. Я же говорю, могу выйти с мяса на пара. Помаршировать. Фляешь у тебя. Фестиваль. Фляешь. Нет, фестиваль мяса. Что? Она говорит, праздник мяса у нее. У меня. Что? Сейчас баклажан тоже надо. Видишь, мясо уже закончилось. Сейчас баклажанчик нарежу. Как вот так, да? С этими пластами, да? Крупными, да. Ну да. Настя, рассказывай. Что именно? Что вы думаете по поводу пикника? Все по поводу хорошо. Что? Пикника, пикник. А кто, тебе налить? На свинину? Данке. Знаешь, вкус свинины нет. Если в Украине мы покупали мясо, да? Вкуса свинины нет? Нет, конечно. Ну, как по мне, нормально. Она во рту. Ой, боже, ну да, но нормально все равно. Ну, потому что выращивают на каких-то кормах, наверное, специально. Нормально. Погодка, что-то видите, уже подпортилась чуть-чуть. Данке. Битыши. Один год был Шупцунфест, так лило просто, да. Пипец. Да. Так а вот пару дней назад какой ливень вообще. Да и град был какой. Да. Град, да. Мы когда твои родители приезжали, тоже попали в Дюссельдорфе на какой-то такой фест. В формах тоже ходили. Ну, вот это и есть Шупцунфест. В июле, да, они приезжали? В каждом районе города по-разному. У нас сейчас. У нас первый в Такюте большой самый в Коршенбройше, там 18 мая. Кстати, вот Марина нам дала попробовать такую капусту. Покажи название. Очень вкусная, прям такая, очень рекомендую. Такая не кислая, хорошая, да. Сладенькая. Украинцам должно понравиться, кто нас смотрит, кто в Германии. Рекомендуем. А что ты сказала, на что она похожа? Ну, похоже, у нас есть такая капуста, она розовая. Такими лепесточками идет. Я не знаю, я забыла, как она называется. Ну, вот похоже, по вкусу похоже, реально похоже. Ну, ее либо с клюквой, наверное, делают. Ну, возможно, честно, розовая. Не помню. Просто. Надо почитать, что это за капуста. Забыла название. Мне так тоже вкусно. А это ж. Ну, это можно самим тоже сделать. Это цацики. Я не пробовала. Цацики. Это греческое. Это соус тоже вкусный. Греческий. Это чесночное. Там эти баклажаны. Дождь, да? Капает уже. Ну, ничего. Ну, что, мелкий. Это сейчас закончится, может. Да. Или как-то, да? Как? Град. Не резко пойдет. Хорошо иметь вот так вот. Ну, помидоры, кстати, вкусные. Местечко. Вкусные, да? Вода. Спустился вниз. Через подвал. И уже есть... Место, где можно посидеть, не надо никуда срываться, ехать, бронировать какие-то столики, мангалы. Вот, сделали такую штуку. Нет, там еще, и кстати, все отлично. Баклажанчики. Давай баклажанчики тащи. Все отлично. Это мне, как по мне, это лучше, чем когда грилят на балконе. Ну, ты спустился себе спокойно, разложил стол, кого хочешь, зови сюда. Вот баклажанчики. Данке, Настя. Как-то так.
Все. А что ты мне накидала? Бери себе. У меня был джин-гордон с майонезом. Там была капля майонеза. Возьми, Настя, баклажан. Спасибо. Мне хватит этого. Сейчас попробуем. Ну, их, конечно, не так, по-хорошему, конечно, нет. Да. Надо было маслицем чуть-чуть помазать. Ну да, кстати, говоря. По соусу. А это они не соленые, ничего. Ну да, надо было замариновать. Горячее? Ну да. А, я говорила, я сделала эти вот эти, которые как пять пальцев баклажана. Вкусно. В ТикТоке, да? Угу. Гости напрашиваются. Мужик. Мужик. Да? Лиза сейчас придет. Как по мне, баклажаны, они вообще вкусные в любом виде. Я помню, когда у бабушки была в Азербайджане, там они соленые делают. Ох, какая вкусняка. У меня мама маринует, ну, в банке. Консервирует, не маринует, консервирует именно. Это... Тоже вкусно очень получается. По-разному, да. Юлина харьковские тоже делают она. Вот в этот раз приезжали, я так и не попробовала. Ничего, да? Забыла. Ну, я тебе уговаривала, попробуй. Не забыла. Помидоры у нее очень вкусные получились. Мамы? Угу. Да. Мы же одну банку привезли. А, мы привезли? Мы с позапрошлой поездки. Угу. До Нового года съели с тобой. Хотели сохранить до Нового года, но съели. Не, вкусные тут таких не найти, поэтому, конечно. Не, ну то ж немцы не едят такое. Ну, да. Или когда я приехала, как я говорю, маме, можно еще, можно еще? И так этот полбанки чисто за вечер съела. Но нереально вкусные были. Не надо никакой еды, просто там дорчики, все. Шикарно. Так вот жизнь блогера, не могу одной рукой расклеить. 4 евро банку. Разрезать. Баклажаны с перцем. А. Такие, как лечо. Завтра позвоним. Открытие сезона, в общем, этих. Зонтик. Майские праздники. Видите, какие у нас? Пикник. Да. Какое сегодня? 3. А, сегодня 4 мая, да? Да. 4 мая. Вот так вот. Погода шепчет. Займи, но выпей. Сейчас бы немцы побегали. Немцы побегали? Конечно. Паника, что дождь. Стресс, наверное. Мы простые люди, мы и под дождем посидим. Конечно. Зонтик есть, уже хорошо. Мы... Мне кажется, я хочу сейчас подождать. Как Наташа, знаешь, ну на вход, а вперед. Ну, самое главное, успели покушать. Да. Еще он маринин салат стоит в этом в пакете. Немецкий. Мы еще... Нет, мы можем зайти сейчас. А я вообще мы можем говорю. Наверх подняться. Да. Я вообще рассказываю. А что мы тогда будем тут сидеть под дождем-то? Как будто еще что-то жарим. Вон мангал пустой. А действительно, а что мы вот так вот в принципе сидим? Не знаю, что вы. Предложение не дали. Ну, мы думали, он закончится очень быстро, да, но что-то... Да, прямо специально. Там прогноз погоды написано, что он закончится. Да, гидрометцентр ошибается. Начнем с того, что написано, что его вообще, в принципе, до 6 не будет, но... Сейчас, как град пойдет, как можете тогда наблюдать, вот, ребята, дождь идет вовсю. 4:40. Да, 4:55 уже. Уже 15 минут под дождем сидим. Ничего. Ну, ладно. Сейчас подумаем. Сейчас пойдем, наверное.